На исходе лета горы внезапно содрогнулись от страшного грохота. Повсюду раздавалась орудийная канонада, треск ружейных выстрелов, бой барабанов и многократное «Ура!». Колонны русских войск строились на плоту Гунип. Теперь отступать мятежному имаму Шамилю было некуда. Высокая, суровая и неприступная гора Гунип находится в Дагестане, неподалеку от его столицы Махачкалы. Обрывистые края, отвесные склоны. Кажется, что взобраться на эту гору невозможно. Ее вершину разрезает ложбина, по которой течет река, низвергаясь несколькими водопадами с высоты 70-80 метров. На высоте 1,5 километра расположен аул Гунип. 300 солнечных дней в году, чистый горный воздух и никакого ветра. Настоящий курорт, несмотря на то, что в наши дни здесь почти никто не живет. А 150 лет назад на этом месте был маленький аул в 200 семей. Сюда Шамиль когда-то привез своих близких, жен и сыновей. И именно здесь произошло последнее сражение имама, в котором приняли участие все его родственники. Кто не мог держать в руках оружие, тот укреплял аул, делал склоны горы неприступными для русских солдат. Сегодня от тех укреплений почти ничего не осталось. Вдоль всего плато по-прежнему возвышаются толстые каменные стены с узкими бойницами. Но это остатки уже русской крепости, которую построили вскоре после взятия Гуниба. ...1859 год. Уже более 50 лет на Кавказе полыхает невиданная по своей жестокости война. Все сплелось в один клубок противоречий. Отчаянная храбрость горцев и доблесть русских войск, религиозный фанатизм мюридов и долг солдата перед Родиной. Именно в это время положение лидера горцев имама Шамиля становится безнадежным. Имам Шамиль, духовный и светский лидер горцев Дагестана и Чечни в 1832-1859 годах. Личность легендарная. Создатель теократического государства имамата, в основе которого лежали законы шариата. Шамиль сумел сформировать регулярную армию, которая достигала 60 тысяч человек, и много лет успешно воевал с Россией. После поражения в 1859 году признал власть русского императора и последние годы жизни провел в России. Умер во время паломничества в Мекку. В эти дни ее приняли как настоящую истину имама, все село стало на ее стороне. В последние десятилетия Кавказской войны чаша весов постепенно склонялась в пользу России. И в середине 19 века стало ясно – поражение Шамиля – лишь вопрос времени. Даже верные союзники имама постепенно покорились России. И дело было не только в ее военной силе. Талантливый российский военачальник Александр Борятинский стал применять новую тактику. Борятинский Александр Иванович, военный и государственный деятель. Службу начал в 1831 году юнкером в кавалергардском полку. За своенравный характер в 1835 году был отправлен на Кавказскую войну. С 1836 года адъютант наследника престола. В 1850-м прервал светские знакомства и вернулся на Кавказ. С 1856-го наместник на Кавказе и главнокомандующий Кавказской армией. После войны член Государственного совета. В 1862 году вышел в отставку. Выступал против военных реформ Александра II. Когда он прибыл на Кавказ, он сразу понял, что от него требуется. А требовалось от него вещи две. Это первое – замирить Северный Кавказ, то есть закончить Кавказскую войну, и обустроить край, то есть дать ему процветание. Поскольку край пострадал от войны, надо было развивать торговлю, строить дороги, дать безопасность тому же там, продвижению по дорогам. То есть, короче говоря, наладить мирную жизнь. Борятинский отказался от карательных рейдов и стал блокировать мятежные районы. Вместо штурма горных крепостей он предлагал местным князькам-наибам деньги. Если наибы отказывались от денег, то сумма увеличивалась в 2, 3, 4 раза. Перед такой щедростью почти никто не мог устоять. Даже родственники самого Шамиля. Если, допустим, надо было подкупить какого-то наиба Шамиля, его сторонника, если он знал о том, что этого человека купить можно, он покупался. От Шамиля ушли очень многие наибы. И многие из них ушли за деньги.
Или ушли от безысходности, или они просто зарились на эти деньги. Все жены, женщины, там, другие хотели, и старики хотели, чтобы их сыновья уже не воевали, чтобы они находились с ними, перешли к мирной жизни. И поэтому тоже как-то поддержку Шамиль в этом плане не нашел. Целые аулы и даже районы переходили на сторону русской армии. Люди устали от полувековой разрушительной войны. 2/3 мужского населения Дагестана погибло в боях. Хозяйство было разорено. Села Дагестана, они противостояли против продвижения войск Шамиля, потому что преследующие русские могут наводить беду на эту село. Горское население устало от войны, и целые аулы отказывались поставлять Шамилю воинов. Собирались старейшины, которые поэтому единогласно решали, Шамилю больше воинов не давать. В феврале 1859 года отряд генерала Евдокимова осадил хорошо укрепленный аул Ведено в южной части Чечни. Генерал Евдокимов с боем вошел в селение и вынудил Шамиля бежать. Евдокимов Николай Иванович из бедной семьи. Службу начал простым солдатом. Прошел всю Кавказскую войну. Отличался невероятной храбростью. Уже будучи полковником, лично вел штурмовые отряды на приступ. За боевые заслуги получил звание генерал-адъютанта и титул графа. На войне Евдокимов был 18 раз ранен, в том числе очень тяжело в голову. Считается, что именно он разработал план штурма селения Гунип. Путь победы над Шамилем лежит через Чечню. И все продвижения отрядов в горы Дагестана пошли через Чечню. И Шамиль загонялся все выше и выше в горы со своим войском. Шамиль успел скрыться в горах Дагестана. Тут же начались поиски исчезнувшего имама, и вскоре стало известно, что он обосновался в высокогорном селе Гунип. У Шамиля осталось настолько мало войск, что его перестали признавать даже в тех районах, которые подчинялись ему. И он решил снова отсидеться высоко в горах, избрав для этого аул Гунип, который считался в Нагорном Дагестане одним из самых неприступных. Но это действительно так. Рядом с имамом оставалось всего 300 с небольшим преданных ему людей, в том числе и русские дезертиры, которым было нечего терять, а также верные Шамилю жители Гуниба. В это время большая часть населения Дагестана и Чечни уже отвернулась от своего духовного лидера. Люди были измучены бесконечной войной. Шамиль, когда уходил к Гунибу, он старался спасти все свои запасы, которые давали бы ему как возможность вести войну дальше. Это серебряную казну и запасы оружия. Но место населения, которое раньше ему преклонялось, которое было ему повинно, оно превратилось в прежних горских разбойников. И по пути следования у него вот эти местные жители, нападая на Шамиля, они отбили у него всю серебряную казну и отбили больше запаса оружия. В середине августа 1859 года гора Гунип была полностью окружена русскими войсками. Перед Шамилем стояла сложная задача. Необходимо было держать круговую оборону на всем плато. Вот что писал позднее один из его сподвижников. «Объезжая днем и ночью все караулы, разбросанные на пространстве более 30 верст, я иногда возвращался перед рассветом в таком изнеможении, что с трудом держался на лошади». Горные селения укрепляли как могли. Работали и женщины, и дети. По приказу Шамиля на склонах появились огромные насыпи из камней, которые в нужный момент можно было обрушить на головы наступающих. Шамиль был настолько настроен к героической обороне, что он приказал даже своим невесткам таскать камни, огромные камни, в эти завалы. Запасы у него провианта на какое-то время были, и он верил в то, что русские, окружив эту гору, взять его не смогут, и они уйдут по тем же старым причинам. Наступит зима, наступит холода, закончится у них провиант, они уйдут. Много лет спустя, в сентябре 1871 года, на Гунип приехал со своей свитой император Александр II. Здесь, в Березовой роще, ему был приготовлен завтрак. С тех пор это место называют «Царской поляной». Прошло всего несколько месяцев со смерти Шамиля. О чем думал император, когда гулял по этой поляне? Вспоминал ли он мятежного имама и его последний бой на Гунибе? Штурмом Гуниба руководил лично Александр Борятинский. Взять в плен Шамиля и закончить войну – большая честь для военного. Борятинский решает начать переговоры. Он предлагает имаму сдаться и сулит полную свободу. Шамиль сможет уйти в Мекку со всеми, кто этого пожелает. Но Шамиль ему не поверил.
Он прислал Борятинскому письмо, которое заканчивалось такими словами. «Мы не просим у вас мира и никогда с вами не помиримся. Меч отточен и рука готова». Для Борятинского такой вызов означал только одно – штурм. Но как взобраться на неприступную гору? В трех-четырех местах была единственная тропка, и эта тропка была в руках Шамиля. Молча, в гробовой тишине, обутые в лапти или толстые анучи, солдаты гуськом шли по узким тропинкам, местами передвигаясь на четвереньках. Чем выше они поднимались, тем труднее и опаснее становился их путь. Малейший звук мог выдать горцам приближение русских отрядов, и тогда они завалили бы их лавиной камней. 24 августа рано утром на северной и южной вершинах показались царские войска. Шамиль успел развернуть против наступающих 4 пушки. Артиллеристы у него были из русских беглых солдат. Они бежали в горы Шамилю, и из них он составил свою артиллерию. И последние вот эти русские беглецы были с Шамилем на Гунибе. В 9 часов утра туман рассеялся, и солнце осветило грандиозную картину. Войска стояли так близко, что можно было переговариваться. На восточном склоне Гуниба развернулся тяжелый бой. Та часть русской артиллерии, которую удалось поднять на вершину горы, била в упор. Среди горцев началась паника. Очевидцы вспоминали. Объятые ужасом женщины бежали во все стороны с криками и плачем. А некоторые, точно в день светопреставления, кидались круч своих детей или сами кидались туда же. Сотни мюридов, расстреляв все патроны, бросились в рукопашную. Полегли почти все. Аул был взят русскими войсками в плотное тройное кольцо. За поимку живого Шамиля солдатам была обещана поистине царская награда – 10 тысяч рублей. В отношении Шамиля император строил политику так. Убитый Шамиль мог бы стать святым. Он мог бы стать флагом новой войны, продолжения Кавказской войны. Шамиль, плененный, находящийся в плену, показал бы горцам то, что Россия сильнее имамата. Шамиль заперся в своей землянке-мечети. С ним была его семья, 40 верных мюридов и 20 вооруженных женщин. Имам долго не мог решить, сдаться или покончить жизнь самоубийством. Любимая дочка сказала, начни с меня. Но это смущало Шамиля. Он практически начинать с себя или с других не мог по шариату. Он не имеет права себя вредить, себя убить. За много лет до этого в ауле Гимры Шамиль сумел вырваться из окружения. Но если тогда, в 1832 году, запертые в высокой башне мюриды выпрыгивали на штыки наступающих русских войск, то теперь имам находился в землянке. А русские войска сомкнутым строем стояли вокруг нее на расстоянии пистолетного выстрела. Да и некуда было прорваться. Чечня и Дагестан были полностью под контролем русской армии. Идти напролом было равносильно самоубийству не только для самого имама, но и для его ближайших сторонников. Он решил сохранить жизнь тех гунибцев, которые помогали ему в осаде Гуниба, жизнь тех гунибцев, которые были ему верны до конца. Шамиль сделал свой выбор. Бледный, изможденный, с трясущимися руками, он шел мимо строя солдат. Имам видел. Рядом с русскими стояли люди, которые раньше служили ему. Было много так называемой «кавказской милиции», горцев, которые воевали в российской армии. Среди них были его кровники. Люди, чьи родственники были убиты по приказу Шамиля. Те люди были, для которых воины Шамиля, мирюды, были врагами, кровными врагами. Поскольку горцы вот, Шамиля, живя, вот, допустим, набеговой войной, они творили грабеж, разбои, проливали кровь. И поскольку там в горах кровное месть, она, в общем-то, имела свое место, это давало повод многим горцам вставать в те воинские части, которые входили в состав русской кавказской армии. Это были так называемые кавказская регулярная милиция. Она была на своих конях, она имела свое оружие, имела своих военачальников, которым давались там звания русской офицерской армии. Военачальники были, как правило, горские аристократы. Но были здесь и бывшие приближенные Шамиля, которые добровольно перешли на сторону более сильного и богатого повелителя – русского государя. Император простил их. И даже сохранил им владение. А многие еще и разбогатели. В
Имам здесь увидел из своих бывших наибов, которые были уже на стороне царских войск. Ну, естественно, конечно, многие пытались спрятаться за деревьями. Некоторые просто стояли, уже отпустив голову, не знали, как смотреть в глаза имаму, который с ними воевал не один десяток лет. Один наиб сказал, мы, говорит, попали, говорит, в такую лужу, грязь, сейчас ее не смоешь. Силы оставили Шамиля. Он едва держался на ногах и чуть не упал в обморок. Имаму было 63 года, и половину своей жизни он воевал. 28 раз был ранен. Шамиль собственными глазами увидел предательство близких людей и крах всех надежд. Он тихо прошептал: «Обманули меня и затащили сюда точно кукурузу на продажу. В лесах Чечни неверные еще повозились бы со мною». На этом месте в Верхнем Гунибе они и встретились. Мятежный имам Шамиль и наместник на Кавказе Александр Борятинский. В память об этой исторической встрече здесь поставили ротонду. Ее так и назвали – ротонда Борятинского. Но местные жители до сих пор называют ее по-своему – беседка Шамиля. Здесь имам признал свое поражение. Ему сообщили, что больше он не вернется на Кавказ, а его семья поедет за ним в Россию. Участь Шамиля должен был решить государь Александр II. Борятинский уехал, а Шамиль сел на еще теплый камень и, закрыв лицо руками, молчал около часа. Это случилось 25 августа 1859 года. На следующий же день прошел приказ императора по армии. Шамиль взят. Поздравляю, Кавказскую армию. Кавказская война закончилась. Война закончилась, но остался вопрос. Как русские войска практически без потерь сумели подняться на Гуниб с юга и севера? Ведь горную крепость Ахульго, где также укрывался Шамиль, штурмовали 2,5 месяца, и потери исчислялись тысячами. А крепость Гуниб считалась даже более неприступной, чем Ахульго. Все оказалось просто. Местный пастух за хорошую плату показал русским солдатам тропинку, о которой не знали даже жители аула. Таков финал Кавказской войны. Деньги оказались самым эффективным оружием. В ту ночь стоял на карауле Шамиля верный друг наиб. Он не боялся царской пули, но ради золота погиб. И вместо солнца над Гунибом блеснули царские штыки. Когда узнала мать наиба, откуда золото, мешок, она с проклятием его прогнала, а деньги бросила в поток. С тех пор потомки Джабраила живут в приморских городах. Им нету места в Дагестане, им нету места в родных горах. И было слышно клич муридов «Ла илляха илляла». Шамиль и его семья были отправлены в Петербург. Имаму оставили даже личное оружие. Русский конвой не столько сторожил Шамиля, сколько охранял его. К тому времени у него стало слишком много врагов на Кавказе. У него в Дагестане было очень много кровников. Кровников – это самое, родственников Аварского хана, других горских аристократов, которых он лишил жизни. То есть было очень много людей, которые в горах желали бы его смерти. Некоторое время после окончания Кавказской войны то тут, то там еще продолжались небольшие локальные бои. По лесам и горам Кавказа рыскали в поисках наживы разные банды. Но уже ничто не могло изменить ход истории. Имамат прекратил свое существование. Уже после взятия Гуниба на месте недавних сражений был размещен сильный русский гарнизон. Большой стратегической ценности горная вершина не представляла. Но военные всерьез опасались, что на этих неприступных диких вершинах может зародиться новое движение горцев. Гуниб после пленения Шамиля стала крепостью русских войск. И вокруг Гуниба, как бы показать силу и мощь русского оружия, построили вот эту крепостную стену, которую видите там, здесь, кругом, 4,5 километра длины, 6 метров высоты, неприступную крепость сделали из Гуниба. Покинутый всеми сторонниками, Шамиль ехал через всю огромную Россию в Петербург. В Туле почетный пленник посетил оружейный завод, а в Москве встретился со знаменитым покорителем Кавказа генералом Ермоловым. В столице побежденного Шамиля приняли как дорогого гостя. Его лично встречал император Александр II.
Император обратился к Шамилю с такими словами. «Я очень рад, что ты, наконец, в России. Жалею, что это не случилось раньше. Мы будем жить друзьями». Вот именно такой лейтмотив, который произошел между императором и Шамилем, и наложил свой отпечаток на дальнейшие отношения в судьбах России и Кавказа. Он прожил довольно долго в Санкт-Петербурге. Ему показывали Академию наук, ему показывали парады войск на Дворцовой площади перед Зимним дворцом. Он посещал театр, посещал балы. И он только тогда удостоверился в том, что действительно когда-то русские не желают гибели ни ему, ни его семье. Местом почетной ссылки для Шамиля определили Калугу. Небольшой тихий город вдалеке от политических событий, с привычным для имама теплым климатом. Шамиль жил в одном из лучших домов города, специально подготовленном к его приезду. Внутри даже устроили небольшую мечеть. Успокоилась его семья, сыновья были при нем, то есть он ничем не потерял. Хотя, конечно, он Кавказ помнил, Кавказ был его домом, Кавказом родиной. Но он понял о том, что война для него закрыта уже. Она, война, прекратилась. Война разделила семью Шамиля. Его старший сын Джамал-ад-Дин, еще в 1839 году выданный русским в качестве заложника собственным отцом, был окружен вниманием и воспитан в Пажеском корпусе, самом престижном военном учебном заведении Санкт-Петербурга. Позднее Джамал-ад-Дин стал гвардейцем и искренне полюбил свою вторую родину. Он умер в тоске по ней, принужденный Шамилем вернуться в Дагестан. Представьте себе 21-летний юноша, который уже влюбился в Петербург, который уже привык к этим дворцам, балам, к высшему обществу, это с одной стороны, и который не может ослушаться своего отца, это с другой стороны. И он вынужден жить в горах, в краю, где дикая природа. Эта суровая реальность сопровождает человека всю жизнь. Естественно, его сердце, его ум, его душа, они разрываются пополам. И от этих всех переживаний, от этих волнений он умирает в возрасте 23 лет. Официальный диагноз – чахотка. Другой сын Шамиля, Шафи Магомед, позднее стал генерал-майором русской армии. Он пользовался большим доверием и служил в личном конвое Его Величества. А вот Кази Магомед, еще один сын мятежного имама, бежал в Турцию и даже воевал против России и своего брата. У Шамиля было две жены, дети, внуки. Всего 22 человека. Ежегодно на содержание дома и слуг император отпускал 20 тысяч рублей. Еще 10-15 тысяч полагались Шамилю в качестве пенсии. В 1866 году он присягнул на верность государю. Шамиль окончательно примирился с Россией, а через несколько лет сбылась его мечта. Шамиль со своим семейством на выделенное специально для этой поездки казенное пособие посетил священную для всех мусульман Мекку. Из-за одолевших его недугов вернуться Шамилю было не суждено. Это событие так потрясло его, что 4 февраля 1871 года великий имам, как говорили мусульмане, переселился к чистоте его милосердия. Шамиль умер в Медине, благословляя Россию и молясь за ее великодушного монарха. В Мекке его и похоронили. Тогда же стало известно завещание Шамиля. «Бедный мой народ, вы вместе со мной искали покоя в войнах, переживая несчастье и горе. Оказывается, покой и счастье можно найти только в мирной, земной жизни. И не только здесь, но и там, в горах. В отношениях с русскими следуйте моему примеру, ибо их деяния, если поставить на чашу весов справедливости, перетянут в сторону добра». На Кавказе существует старая легенда. Будто бы за несколько дней до битвы при Гунибе имам Шамиль, после долгих раздумий и молитвы в мечети, завязал на веревке два больших узла и показал своим приближенным. «Один узел – это я сам», – сказал он. «Как по-вашему, что означает второй?» Но никто не смог отгадать загадку.
Имам Шамиль пришел сюда на коне, дошел где-то до этого места, и по преданиям он здесь помолился, присел на этот камень, на котором до этого, оказывается, сидел генерал-фельдмаршал князь Борятинский. И в 1893 году на этом месте русскими войсками была построена вот эта беседка, и многие дагестанцы сюда приезжают как на зиарат, как на священное место, где была поставлена точка в Кавказской войне. Россия предпочла не распутывать узел Шамиля, а разрубить его мечом. Две великие культуры сумели объединиться. Но эхо Кавказской войны до сих пор напоминает о себе. Ведь загадка Шамиля так и осталась без ответа.